возможности его знают все, но перекрыть... 20-ник на табло в пользу «Зенита». Это самое важное. Кайл Эндри! И в массе. У Хорвата 213 сантиметров. Просто вот Эндри сейчас на перехвате был великолепен и забивает 2 очка. Его опекают не столь... внимательно, а зря. Двоечка. А это вечеринка блокшотов от Кайла Лендри. Кто приглашен? Иван Стрепов. Нихат Джедович. Боснийский легионер Баварии. Отвечает точным броском из-под кольца. Лендри. Есть! Браво, Кайл! Не спешат питерцы с атакой. Стефан Маркович расставляет своих партнеров. Кайл Лендри. Давший главный момент матча 23-21. Запомните этот счет. Вот этой трехочковой ядерной бомбой Лендри как бы намекает всем, что продолжение в этой серии просто быть не должно. И как выяснилось, это только на... Хозяев 22-18. Зенит пока уступает в счете на 4 очка. Янис Тима, новый капитан команды. Скидка на Лендри. И Кайл точен. Далее матч в третьей четверти пока. 2 минуты уже команды провели на площадке. Те самые 2 очка Стефана Марковича пока единственные для «Зенита». А Нижний так вообще ничего не забил. Кайл Лендри. Заокеанских легионеров. 8 из 11 игроков КПЛ заявлены на сегодняшний матч. Отлично. Кайл Лендри. Ох. Лендри. 57-52. Минута у нас остается до большого перерыва. В атаке «Зенит». Уайт. Красиво. Идем. Пикров. Уайт. Лендри. 2 очка. Получил заслон от Уайта и получил вместе с ним еще и мяч. Лендри 2 очка с полом. Отлично, Кайл. Кто зажигал на периметре, а кто же это делал в краске? Аарон Уайт и Кайл Лендри, конечно. Этот дуэт больших принес «Зениту» 23 очка и 17 подборов. Эту норму... Толсон. Скидка Толсона, Маркович не стал бросать. 5 секунд осталось на атаку. Лендри успели. У «Зенита» большие тоже умеют врываться и на полном ходу бить сверху. Лендри воспользовался заслоном Тимы и надежно занес мяч. Сокращает отставание. 16-10. Кайл Лендри из-под щита. 8. Куда уже «Зенит» не торопится, играет позиционно. И Кайл Лендри забивает 2 очка. Могли бы выйти, если бы не помешал защитник питерской команды, который блокшот поставил кому-то. И Кайл Лендри. ТБ парни, другое дело вот так вот здорово начать матч с самим «Зенитом». Посмотрим, чем питерцы ответят. Отвечает Маркович и не попадает. Лендри на добивание 2 очка. Лендри сам бросает и забивает. Именно немыслимым образом Сим Сандер Вена промахнулся, забивая сверху. И не забил атаку, а зато ответ. И в этой атаке также активно поучаствовал Владимир Лючич, номер 11, серб. Сербский легионер Баварии. 15-4. Даже Лендри издали бьет. И точно бьет!
на секунду, чего не позволяет и своей команде. И вот она выигрывает вторую четверть 23-9. Прекрасное взаимодействие Тиммы. Всем уже сложно будет «Зениту» сегодняшний матч спасти. Но будем оптимистами, все-таки Новый год совсем недавно. Новогодние чудеса случаются, будем... За неприкосновенность разница в счете отвечает Кайл Лендри своей стабильной игрой в краске. Отлично Толстон забрал мяч. Буквально из-под носа у Стадемайра его увел. И еще пас сделал великолепный. Тут нарушать правила. Пока «Зенит» в атаке. Янис Тима. Отличная двоечка с Кайлом Лендри. Все ждали трех очков. Сейчас был интересный эпизод. Американец Бойт, он показал жестом наведение по полу. Иди, иди, трехсекундную зону. Илья пошел, но мяча не дождался. И Кайл Лендри, слэм данк. Едва не разлетелся на мелкие кусочки щит. После великолепного слэм данка. Айда канадец. И принял Кайл Лендри поздравления на скамейке от всех партнеров. Потрепали его по кудрявой шевелюре. А мы смотрим, наслаждаемся повтором.